Приветствую всех, с вами Сенсей. Что-то на ужастике потянуло, решил вот Эбола попробовать залить. Давайте посмотрим, что она собой представляет. Я ее уже заливал, два видоса делал, но почему-то бросил, не знаю, может, аудитория маленькая была или еще что-то. Давайте поглядим, попробуем. Конечно, на легком будем играть. Я сейчас залил там тоже игрушку, ужастик. Вот там седалище подгорает, будь здоров. Indie Game Studio presents. Вторая у меня тоже есть. В конце будут ролики, рекламные окна. That is where my real nightmare began. The first flight took me to the hospital in Brunswick. Some underground science lab, mold 529. Очень раздражает в этой игре невозможно сменить кнопки. Фонарь на Т, то есть в середине клавиатуры. Я вообще такой первый раз вижу. F там, G, ну рядом где-то. Надо полазить в самой игре, попробовать там где-нибудь. Графику я прикрутил, так что ремастер, бля, будет у нас. Не знаю, HDR подхватит, не подхватит, черт его знает. Картинка вроде нормальная. Powerful person in the world bribed all the shareholders and became the owner of 80% of all Panicum shares. Jason was addicted to power. Moreover, he had conducted biological weapons research. Он какая хорошая, там стоит на заднем плане. He became the president of the Panicum Corporation. Charlie was an intelligent man who sought. Краев не видит, да, какие-то миллионеры там что-то, эксперименты какие-то делают. Я так понял. Эбола 3. Как резик-то? Резик. Эбола. What the hell? Am I dead? Or is it a dream? Maybe anesthesia acted on me in such a way. I have to get out of here. How do I open this bloody door? Сейчас она прогрузится, она. Вот так выглядит игра. Я немножко ее прикрутил. Почетче стал, картинки стали почетче. Так. Любэ. 68. Любэ, братцы. Любэ. Любэ, братцы. Так, что-то, по-моему, там с часами, что ли, будет что-то. Кто-то нарисовал. Может, ты и нарисовал, блядь, плешь какую-то. Вот жмурка, жмурка лежит. Журнал, блядь, ку. Ключик, нужен ключик. Сучка-то это не встанет там, блядь, а? Смотрите, она накуренная вообще, конкретно. Труп разлагается. Да ни хрена она вон вовсю там ее прибила, блядь. Чемодан. Он голый у меня, это чурбан-то, блядь, как... Alan Wake 2, блядь. 22.07. Будьте любезны, блядь.
Damn, I need to better search the cabinets. Maybe the answer is the clock on the wall. Да, да что ты говоришь, блядь? Ой, и чего? Конечно, я уж так попробовал. Было бы глупо. Нахуй мне твое имя? Это Агава, блядь. Агата, на Кристи, блядь. Вальнул ее кто-то, нахуй, здесь. Тут отмечал, смотрите, блядь, тут, нахуй, кто-то, блядь, отмечал ее-то. Как в тюрьме, блядь, сидел. О! Здесь что-то. Карандаш. А где я карандаш ты взял, блядь? Я не понял. В дневнике, блядь. Инфо в дневнике. Записка. 4:27, блядь. Время на часах торопится. А почему, блядь, никто не подвел-то, блядь? Чё надо-то, блядь? Может, этот код и есть? 22, значит, 18, да, и 27 минут. Это сколько будет? 17:40, что ли? 17:35, 40, 17:40, да? Ну, чё молчите-то? 17:40. Да будет свет, сказал электрик и перерезал провода. Вставай, курица! Сейчас это в седалище мне зайдет, это кобыла. Вот черт какой-то, блядь. Ну чё ты табличку-то не взял, блядь? Тёлка это что ли, блядь? Тёлка какая-то, да? Блядь, говнин летает тут нахрен. Сейчас сюда мне залетит эта чара, блядь. Ну, блядь, открой дверь-то, тупица, блядь! Наркоман! Как нахуй тут шары кто-то... Детская какая-то, смотрите, как будто запороли тут нам девчонку, что ли, какую маленькую. Мальчишку либо. Барбару. Суки эти лезут, блядь, мне прям нахуй на морду. Вылазь нахрен оттуда, чурбан. Может, помочь ему надо, блядь? Умереть? Помочь умереть? И тут красили тут что-то такое. Кто здесь? Сучара какая-то. Нахуй-то мне таблички-то нужны? Я вот понять не могу. Не заклинило звуки. Что это за звуки такие? За... Что это за клинчи такие? Вон собака какая-то, смотрите. Да пес не... Кстати, здесь RTX лучи должны были прикрепить. Чуть закапали такие, смотрите. Вот здесь попрыгнул и конец игры, да? Как говнина какая-то под ногами у меня. Что это за хуета, блядь? Оно, блядь. О. Где этот ствол? Давай ствол сюда, чурбан, блядь.
Сейчас ведь выбьет там, бля, стекло. Убийца-то это. Тут вроде какая-то мистика, и в то же время Эбола, блядь, болезнь это. Зараза, блядь. Зомбаки, дураки. Монстр! Stay away from me! Back off! Get away! Под себя ходит, тут сидит этот старик, блядь. Надо выбираться, он сидит на жопе, на. Пи-па-па-ру-пам. Чё такое, блядь? Ладно, сохранились, блядь. Смотри-ка, смотри-ка, чё-то он, блядь, дохнуть у меня стал в этом месте. Рядом с крестом, этот пердун-то сказал, да? Что хрен тебе, блядь. Сучара. Бутылочку вина бы надо. Винишко стало дорожать, зарплаты стало не хват... Стучи ему туда в окошко-то, блядь. Чурбан так сейчас проколотится. Что надо сделать, я уже даже не помню, блядь. Капли вы видели? Капли вы видите? Сделали. Ну, нищенская игра, конечно, нищенская. Чё тут говорить нечего. Сделано-то хорошо, почему нет-то? Вы посмотрите смуту, блядь. Чё-то я не пойму, блядь. Чё-то я тут пропустил, блядь. Лоток. Где молоток-то мне взять, я понять не могу. Ключей тоже никаких я не нашел. Там есть это. Может, здесь вот надо внимательно посмотреть. Тёлка, блядь, вообще. Может, вот здесь я все-таки что-то не прошарил, блядь. Нету, блядь. Здесь тут тоже взаимодействие никак. Какой такой, блядь. Не берутся инструменты. Ну, хирургический инструмент, ну чё, почему бы не взять, да? Я не пойму, что мы ищем-то здесь? Что за говнину, блядь? Молоток или вон нож какой-то? Не надо было тогда их оставлять здесь, да, инструменты эти нам? Показывать их не надо было, блядь, нам. Я бы мог вот эту пилку взять и... напилить ее дров-то, ну. Как грязь ее, блядь, еще растопить тут все, ну. Тоже чемодан не берется, блядь. Тёлка тут, вот, блядь, может ножик у неё как-то взять. Ну-ка дай-ка сюда ножик-то, курица. Куда вы, откуда и куда, блядь? Ничего она не даёт. Не даст, ёпта. Сучар. Где-то что-то я просмотрел, блядь. Похоже на то, блядь. Валиком вот закатать тут, раскатать всех нахуй. Где клинчать? Заклинил у него тут все, блядь. Ни оружия, нихуя. Может, у него какой-то есть? Нет, патроны есть, уже радует. Это вообще радует меня, что там есть патрончики, блядь. Навалять этим сучаром, блядь. Только шкаф может отодвинуться.
Ну, давай, толкай, блядь. Чаёк. А, во! Наконец-то, блядь, нашёл. Ёпта, хуёта. Чемодан не открывается, блядь. Так, где у нас это окошко-то? Плетень-то этот, пердень. Здесь... Чё ты за трубу не плести, блядь, не дотянешься. Возьми, блядь, молоток-то на пиздани. Себе по башке, блядь. Собака эта, блядь, рычит, заебала, козёл этот. Дайте мне пистолет, я его, блядь, на место поставлю. Ё-моё. Блять, пробрался он у меня куда-то. Ладно. О, блядь. Заранее шоу. Чувствует мое сердце, сейчас меня на жопу посадит тут, блядь. Кирпичами будем срать сейчас, блядь. Пи-па-па-ру-па-па. Опа! Вот у этого, наверное, что-нибудь дал, блядь, сжигалка на. Че, оружие-то с собой не носит он, блядь? Сучёныш, ну. К Додик дома, Смольный! Бензин. Бензин нужен? Бензин нужен. Чё, не берешь ты бензин-то? Канистра пустая, блядь. Как с куста, блядь. Так, вот здесь, мне кажется, все-таки что-то тут надо пошаркать, да. Пошаркать, вот какая-то собака, блядь, уснула. Это уж вообще весь гнил. Я что-то не пойму, как у них трупы-то, блядь, распространяются нам. Этот позже умер, а этот раньше на неделю, что ли, нам? Что тут происходило-то у них? Что за хуйня? Разработчики, блядь. Чё у вас тут за хуйня, блядь? То кости, то... Блядь... Один 3 дня, другой, блядь, месяц тут валялся, блядь. Интересно, кошка дрищит. Вообще, кто-то это замечал, блядь, кроме меня, блядь, вот эту хуйню. Опа! Мужик, блядь, доску давай. Палку, блядь, ручалку. Подождите-ка, а молоток-то он сам применяется, по-моему, да? Я подходил, он сам применился. Потому что здесь дыру пробить. Отмычки, смотрите, появились. Ключи там, блядь. Смотрите, я всего тут набрал. Говнины всякой. Оп, открывают они мне, блядь. Так, здесь закрыто. Ну все, пошли, блядь. Сейчас там нахуй все. Открываем, чертовы матери. Давай по ящикам сначала. Тусуемся. Тёлка сейчас метёлка станет, блядь. Гадалки теперь не делают. Ну как вот, может, как-то ключ, вот этот, может, ключ, нет? Он сам применяет этот петух-то или нет, блядь? Сколько раз я этот ящик буду открывать? Ну ты ковыряй давай тут ножом, блядь. Сейчас на тёлку встанешь, блядь. Хера ничего не делает. А, он там ещё, да, замок, нет? А нет, здесь нет. Чё не так-то, я не пойму, блядь. Открывайте, суки, гуки. Так, там торт. Торт она, ну, не будет резать, блядь. Наверное, нет. Опять и шары, смотрите, блядь. Кто здесь шары-то ставит каждый раз, блядь? Шары в штанах. Нахер они мне тут нужны, блядь? Кто их тут развешивает каждый раз, блядь? Так, у нас какие-то ключи есть, да? Здесь где-то... Автосохранение отлично, блядь. Ранее шоу, блядь. Бежать нахуй отсюда, блядь. Бежать, так, блядь, где мне патрон-то взять? Смотрите, сучары, сюда идет этот мешок с говном, блядь.
хуй там, блядь, нахуй, стрикивают на меня, блядь. Давайте еще здесь пошарим. Что тут там? Замок, может, откроется? Дверь заклинила, блядь. Что тут такое? Как я от этого петуха-то сейчас убегу, блядь? Понять не могу. Бежать или в шкаф спрятаться, блядь? И чего? Как бы он может спрятаться, блядь? Блядь, накуренный, сука. Фу, три парень, блядь. Пишу. Хуя ты. Блять, везде ключи нужны. Нахуй настоепенили, блять, они мне своим. О! Вот ты какой ключик мучик, блядь. Ножом по яйцам, блядь. Детский рисунок. И что-то шары. В шаре, может? Ключ-то, блядь, есть. Надо полежком этому хлыстнуть, блядь, петуху-то, блядь. Ключ в шаре, может. Эх, и нихуя себе, блядь, смотрите, нахуй. Автомат мне дали, я такого не видел, нахуй. По-моему, не было такого, блядь. Дресню надо вот сейчас будет. Инвентарь полон. Нормально, блядь, фонарик Т, блядь. Как такую хуйню можно придумать? Петушье, блядь, бестолковое это. Как его взять, блядь? Снять, чё снять, блядь? Опа. Чё? Дёрнем этого чёрта-то, блядь. На попочку посадим, блядь. Где он этот? Казбек-то, блядь. Фонарик, сука. Где там ты, блядь? Неделю я буду искать это ты, блядь. О, загорелся, блядь, фонарь, нахуй. Или нет, нихуя не фонарь. У меня его и нету. Есть, блядь, это не фонарь, а говнина какая-то, блядь. Безвкусная. Где ты, хорёк ёбаный, блядь? Да пес с ним, чё, да? Плевать, тьфу, на вас, блядь, козлина, блядь. Так, давайте разберемся с дреснёй. Вот что тут такое, блядь, у нас? Вот, инвентарь же есть свободный. Это что такое, блядь? Ак, ебать. Хренак. А, пистолет я... Блять, инвентарь полон. Как он полон-то? Вот здесь ничего, не инвентарь? Экипировать. Блять. Как экипировать? Ага, ножик. Нахуй мне нужен ножик-то, блять? Чё, ребята? По помойкам только, если... пить этим ножом. Так, давайте ситуацию сейчас, блядь, разберемся с ситуацией. Че мы тут взяли, блядь? Бензин вот какой-то, на. Я взял канистру-то или чего это я взял, блядь? Не пойму, на. Вон он, сука, ходок, иди сюда. Петушина, блядь. А че он, блядь? Че он мне пистолет не ставит? Ему в ебальник. Ну, давай, давай, ну падай уже, блядь. Да что такое, блядь, попасть не могу, вы видели, блядь? Мимо пули летят, блядь. Ключик вынул, блядь. Инвентарь полон. Блядь, я хуеваю, нахуй. Чё это, блядь, за инвентарь такой? В начале игры накидали мне всякой хуеты. Разделить, блядь. Отменить. Я и выбросить не могу ничего, блядь. И ключ взять, который мне нужен, ключ, я не могу его взять, блядь. Бросить. Может быть, бросить эту канистру вонючую, блядь, сюда вот нахуй. А как ее взять, эту канистру, блядь?
Ты сука, а? Надавали хуеты мне всякое. Я же автомат не выброшу, блядь. Выкинуть, блядь. Вы чё, блядь, отмычки, что ли, я выкину? А вдруг они пропадут, блядь? Всё, игра закончилась, блядь. У меня нет места, блядь, для... Для того, что нужно, блядь, взять, нахуй. Вот это что такое, блядь, я не пойму. За квадрат, блядь. Кишечный, блядь. Нож, нахуй, выбросить, блядь. Чёртовой матери, блядь. Сука, его не выбросишь, блядь. А отмычки, блядь, выбросить можно. Может, молоток нахуй не нужен. Патроны, блядь, что ли, я выбрал. Вот эту хуйню выкинуть. Давайте выкинем, блядь. Все, блядь, она вообще пропала, нахуй. А, нет, вот валяется. Слушай, блядь, вот может я и бросил ее, нахуй. Меня раздражало это. Ключ от чего ключ он взял, этот петух? Где он ключ-то это? Лаборатории 2, блядь. И где она такая, лаборатория 2? Я один-то не знаю, блядь. Два. Значит, кто-то, блядь, задумался, нахуй, здесь перевести, блядь, что-нибудь там. Блядь, тоже вот игра, нахуй. Вроде игрушка-то неплохая, блядь. А выглядит куском говна, блядь. У нее там гремит в трусах, не пойму, блядь. Вот отсюда, может, ключ-то у нее, блядь. Колхозник этот, шарохался. Вот какой-то, блядь. Сибирский, блядь. Кто здесь, блядь? Блядь! Сука, пистолета нету! Мне кажется, игра вот выглядит как ранний доступ. Я вот поэтому ее и не видел. Я Эбола 2 играл, а потом как-то увидел, блядь, Эбола 3. То ли она в раннем доступе, блядь, была, то ли чего. Кто-то может мне объяснить, что это за фонарь, блядь? Это, по-моему, не фонарь, а кусок говна. Так, блядь, некрасиво, мне не нравится, на. Давайте это попробуем. Яркость вообще на всю, блядь. А, там яркость не работает, точно я вспомнил. Здесь проблемы с игрой, блядь. С яркостью игры, блядь. Ее каждый раз надо дрочить, блядь. Вы видели, блядь, теперь какая яркость? Вот я вспомнил. Надо, короче, как запускаешь, надо... Ой. Каждый раз ее вот так... Эту, тогда уже и фонарь не нужен, нахуй. Давайте еще потемнее. Надо запомнить сразу. 45, что ли, поставить, ядреную мать. 40 давайте поставим, попробуем. Потому что когда я перехожу в игру, становится светлее. Да, вот на 40. В следующий раз я мог. Если игра набирает 20, более 20 часов, то будет продолжать. Плевать, сколько там просмотров. Бывает 300 просмотров и не наберет. Бывает такое. А бывает 30 просмотров, блядь, наберет. Вот эту дичь надо забрать сейчас, да? Вот эту хуету. И сбросить ее там, блядь, опять инвентарь. Блядь. Чего он там наполняет? Чем он наполняет этот хуесосник, блядь? Инвентарь-то, блядь. Так, что тут надо? Зачем я нахер сюда приперся, блядь? Что тут нужно сделать, блядь? Какой-то у меня же металлический, что ли, блядь, это. Как будто он, блядь, по железу, железными ногами, блядь, бегает, блядь. Вон, смотрите, хуйкакер, сука, опять. Танцор диску, блядь. Опа. Он присаживается у меня, этот чурбанёк. Нет никаких приседаний, нет. Чё тут нет? Пол игры, блядь. Сделали половину, нахуй забили. Инвентарь пол. Блядь, заебись. Все, давай тут этот мусор сбрасывай весь, нахуй. Надоело мне, блядь, это вот. Дневники какие-то, коты, блядь.
Код от сейфа, нахуй. До этого сейфа может еще неделю, блядь, ходить, нахуй. Канистру, блядь, ёпта. Взял канистру и теперь будет таскать ее. Ножик взял, блядь, теперь будет таскать его, нахуй. Постоянно этот нож с канистрой, блядь. Чё это такое, блядь, вообще, нахуй? Шпроты какие-то, блядь. Гильзы, блядь. Делать порох, нахуй. Давайте попробуем. Вот это вот, что ли, порох-то? Чё это такое? Блядь, полый. Всё сбрасывай здесь, нахуй, всех. Так, давай эти гильзы тоже, блядь, выкинуть нахер. Патроны, блядь, выкинуть. Сколько там патронов-то, блядь? Все выбрасывай их. Не дай бог пропадут они, блядь, будет вообще жопа, нахуй. Ну и где вот они, блядь, патроны эти, нахуй? Все поубрасывал, блядь. Потом хрен что найдешь, блядь. С этим додом, блядь. Команд, блядь. Эх ты, блядь, сломал ту, эх, сука, ущербный ты мужик, блядь. Блядь, да что вы нахуй, че это за хуету-то, блядь, придумали, нахуй? Вот здесь вот, блядь, в этом месте, я че, миллиметры, что ли, должен тут высчитывать, блядь? А это че он не берет? Все, бросай тут нахуй все. Здесь у нас будет помойка, блядь. Музыка эта, блядь, веселая такая. Так, давайте посмотрим, что там. Что там надо? Где цели-то, блядь? Добраться до лаборатории 3. Где она, эта хуета? 2 вижу, 1, 2. А где 3, блядь? Не вижу я ни черта. Вон там написано. Какая там нахуй написано? Кто вот это, такую карту делал, блядь? Так, удалить маркет. Поставить маркет. Двойной клик. Угу. Вот это что ли лаборатория? Это какая-то написана, а какая, черт её знает. А, вот лаборатория 3. Вот так что ли она показывает? Вот сюда? Какой этаж-то это, блядь? Где эта хуета вообще? Я понять не могу. B1. Где я вообще, блядь? Свинья. Вот он. Куда-то вниз, что ли, надо? В подвал какой-то, блядь? Нет, наверх надо, наоборот. Так, я где, блядь, шарохаюсь, я не пойму. Лифтеры спят все, блядь, трещут нахуй. Терялись все. Так, в эту дверь, что ли? Какую дверь-то, блядь? Вот она. Да. Так, сюда, вниз. Так, а чё у меня есть-то там вообще? Чё? У меня ничего и нету. Чё я, блядь? У меня ни ключей, ни какой-то сейф. Вот, ёпт, код нахуй от сейфа, нахуй. Комбинировать. Как его прочитать, этот код нахуй от сейфа? Где сейф? Я заметил перед этим эту хуету. Ну что-то не обратил внимания, не стал это возить. Ну что это вот хуй, это постоянно будет вставать, что ли? Я понять не могу, блядь. Я сейчас все, блядь, патроны истрачу на эту хуету ходячую, блядь. Свинья это ходит, блядь, и трещит. Где этот сейф-то, блядь? Может быть, в самом начале там попробовать? Здесь нет никаких сейфов. Сучара, блядь, ты...
ножом, что ли, в следующий раз его пырять, блядь? Давайте заберем эту штуку, кто еще спиздит этот мешок с говном. Сумка один, блядь, смотрите-ка, на одно отделение прибавили, блядь. Все, инвентарь полный, ебануться, блядь. Ты чего не прибавили? Это вообще какая-то сумка с говном, блядь. Куда она делась, блядь? Вот сейчас прибавила, что ли? Твою мать, блядь, я его поджег, вот он, чтоб не появлялся этот хуеплет. Меня вот это раздражает, в самом деле, в играх, блядь. Вот эта хуета, блядь. Постоянно появляются они одни и те же. Сжег он его бензином, блядь. Скатает его. Ну-ка, давай-ка соединим. Все, дресня готова, нахуй. Вот это я не пойму, как... С чем комбинировать-то эту дрянь-то, я не пойму, нахуй. Как такое вообще возможно, блядь? Сжечь ее нахуй. А? Кто-то может мне объяснить, блядь? Отмычки-то не работают здесь, по-моему, на этих замках-то. Вот это какой-то сейф, что ли, тут нужен ключ, блядь. Кобыла это, блядь, чокнутая, нахуй. Чемодан с одеждой. Тоже какой-то бесполезный кусок говна, блядь. Просто так, блядь. Рекламка, нахуй. Так, давайте вот ключи какие-то тут. В шарах, блядь. Бить! Как он бьет-то, блядь? Я не пойму. Нихуя он ничего не бьет, блядь. А, вон как, блядь. Чего не вывалилось тут? Из трусов, блядь. Широких штанин. Чё тут, ничего не... Вот шар ещё один. Сука, последний шар, блядь! Как обычно, нахуй! Чё, вот он взял или нет? Или чё нам показали такое, блядь? Хуетень какую-то нам, блядь. Красный ключ, блядь. Как в шар могли засунуть красный ключ, блядь? Как через эту дырку засунуть, блядь, туда? Кто-то может мне объяснить, блядь? Что, сука, за бестолочь? Такие, блядь, делали игру-то, нахуй. Что за куски говна, блядь? Нам тут показывают. В шаре, блядь, карты. Ладно, ключ туда запихнуть. Даже связку ключей может туда пропихнуть, блядь. Ну никак не эту хуету, блядь. Пи-па-па-па-па-па. Болтунка вот эта не свалится на башку? Какие-то сопли, блядь, как обычно. Применить. Три раза я нажал, чтобы, блядь, что-то применилось. Мне кажется, какая-то игра косячная, блядь. Как вот первый взгляд, блядь. Фу, блядь, первый. Узон, блядь, запели, блядь. Вот она. Записка, блядь. А здесь чемоданы нет случайно, блядь? Складывать, блядь. Говнину складывать. Нет чемодана? Ну бери вот этот, вот лежит же, блядь, я вижу же. Лежит, нихуя не берет, нахуй. Какие-то, блядь, пустые, как в резике, блядь. Они прям все переняли с резика. Пустые ящики эти бесполезные открывать просто выбешивает, нахуй. Всегда бесило меня, блядь. Ух ты, блядь. И чего вот я туда кину? Жрачку только кину я. Вот год какой-то, блядь. Блядь, я про автомат уже и забыл. Блядь, ведь сейчас понадобится эта вот хуета, блядь. Ладно, давайте. Вот этот нож, наверное, точно надо выкинуть. Давайте пока так оставим, да?
чемодан. Надо наверх сходить, забрать все барахло, чтобы накидать, блядь. Кто здесь? Сука, сейчас какахи повалится, блядь, я боюсь. Блядь, я вообще не в ту сторону пошел. Конечно, с трупами вообще просто смешно. Еще на канистру попробовать заполнить. Он сидит какой-то, чурбан, блядь. Откуда он взялся? Он сидел здесь, блядь, петух-то, блядь. Сейчас смотрите, блядь, добегу нахуй до того места. И не будет места, блядь. О, автосохранение, смотрите. Так, как, куда я побежал, блядь? Там какая-то труба, надо чем-то длинным достать. I'm stuck. I need to open the map of the B1 floor and see where the door to the station is hidden. Чего он там, блядь, лопочет? Все, блядь. Нет, все забрал, смотрите, чувак. Это кроме этого. Нет, все, это. Все распихал, блядь, поляшком. Добавилось 2 квадрата, наверное, блядь. Все туда на помойку, блядь. Неси, блядь. Артем, блядь. Ну, хотя он у меня говорит, разговаривает. Так, какая дверь-то, блядь? Вот это. Пишет, блядь, говорит, что-то, видите, блядь. Тоже есть свои плюсы в этой игре. Не все так плохо, блядь. Как казалось, в первый взгляд. Вот здесь надо это, помойку заполнить. Все, заполнилось? Нет, две, блядь. Че не заполняется-то, блядь? Пустая она уже, эта сучара, блядь. Так, все, блядь. Двери бы, сука, сделали, блядь. Все у них тут клинит, блядь. Клинчи одни, да. Здесь что, я был, нет? Здесь вот музыка-то меня играл. Вот она. Родимая. Так, давайте этот мусоросборник. Ну, я так понял, по этажам можно будет катать этот мусор-то, блядь. Так, вот это что такое вообще, блядь? Способны к горению. Чё-то они... Чё-то... Я думал, может быть, это жрачка его. Хрен там. Не жрачка, блядь. Вот это ведро все-таки надо с собой таскать, блядь. Потому что эти мерзавцы, мне кажется, будут постоянно появляться. Вот эти пузыри, блядь, все эти вонючие. Ну, нахуй, на помойку, блядь. Вот это что такое, блядь? Препарат тоже какой-то, блядь. Ну, ладно, это я уже без вас попробую тут. Так, вот эти... Патроны, у меня таких патронов нету. Я что-то не помню, автомат, по-моему, не был ни хрена, ребят. Мне кажется, это просто добавили как DLC, как обычно, блядь, хрен сосед. Блядь, я запись-то, блядь, выбросил, что ли, нахуй. Вот не берет он, блядь, взял, сучара. Животное, блядь. Наркоман. Это ему снится, блядь, я больше чем уверен. Он наркоман, блядь, ему эта хуйня снится. Давайте пленку возьмем, блядь. Запленим. Где она у меня, пленка-то? Да она у меня здесь, наверное. Блядь, а чё же он? Козёл, блядь, ты чё, козёл, блядь? Наркоман, блядь. Что, оставить что ли пленку? Ну давайте, я думаю, достаточно для первого раза. Пойдет она, зайдет вам, не зайдет, посмотрим. Всего доброго, берегите себя, до новых встреч.